Здравствуйте, наши дорогие зрители, в эфире телеканала Архыз-24, новости спорта. И сегодня у нас в гостях заместитель министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской республики Мурат Агиров. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Мурат, ну, расскажите нам, пожалуйста, как вот эта общая сейчас всемирная проблема отразилась на спорте Карачаево-Черкесской республики? Действительно отразилось. Отразилось в каком плане? Слава Богу, у нас в Карачаево-Черкесской республике сейчас не зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Все мероприятия принимаются в рамках профилактики, предупреждения, чтобы у нас как бы и не появилась она. Просто в соответствии со всеми принятыми мероприятиями Всероссийских федераций и письма, рекомендация Министерства спорта Российской Федерации, мы вынуждены были перенести некоторые мероприятия или отменить. С чего такая вынужденная мера? Потому что некоторые мероприятия у нас были отборочные на первенство России. Это такие, как Чуковский турнир по вольной борьбе, Кунижевский турнир по самбо. Чемпионы этих мероприятий, соревнований завоевывали право представлять свои регионы на первенстве России. То есть и на них приезжали представители других субъектов? Участники, которые приедут из других регионов, отбор, вообще как формируются представители, завоевывают путевки на первенство России, это каждый регион проводит свой отборочный чемпионат. Те, которые не смогли отобраться у себя в регионах, проводятся вот такие турниры, вот подобные вот то, что мы планировали сделать. И все представители могли участвовать на нашем турнире, уже от нашего турнира отобраться. Но так как первенство СКФО у нас было тоже перенесено, мы не могли тоже проводить эти турниры, потому что раньше СКФО мы... не имею права, да. Какие, отменились крупные соревнования на территории Карачаево-Черкесии касаемо именно работы спортивных школ и тренировочного процесса наших спортсменов? Как изменения коснулись? Были ли они? Были, да. Мы вот по рекомендациям Минспорта России тоже разослали по нашим школам рекомендательные письма о прекращении работы школ подведомственных нам, чтобы они перешли на индивидуальный график обучения. Составляются планы работы, чтобы в домашних условиях где-то разминка, зарядка, чтобы ребята совсем не расслабились, все равно какая-то работа проводилась. Вот. Также был нами еще в январе месяце, когда только пошел разговор об этом коронавирусе, то, что он является какой-то эпидемией, мы заранее разработали план наш, ведомственные, разослали его по школам, чтобы в соответствии с планом там предпринимали определенные мероприятия. Угу. Какие это были? Вот буквально несколько слов. У нас план состоит из 10 пунктов. Один из них – это размещение на своих сайтах рекомендаций Роспотребнадзора Карачаево-Черкесской республики, соблюдение там определенных мероприятий, чтобы там медпункты были заранее готовы, чтобы определить там ребенка, спортсмена или тренера на наличие у него температуры или еще такие. Лишний раз напомните. Мурат Андрисович, сейчас вот у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и успокоить. Я не знаю, в принципе, я сам не испытываю никакой паники. Как всегда говорила, самый лучший способ предотвращения вирусных заболеваний – это обычные народные средства, чай, мед, занятия спортом, проветривание кабинетов, дома, прогулка на свежем воздухе. Так что пока причины для объявления какой-то ситуации чрезвычайно у нас в республике нету, не подтверждено ни одного факта. Работаем, в принципе, в обычном режиме, с перестраховочкой. Поэтому, я думаю, переживать нам не о чем. Переживем и этот вирус. Так что всем здоровья, занимайтесь спортом. Всего хорошего.
Мурат Андреевич, до какого срока планируется вот в таком режиме продолжать работу? Ну, до определенного распоряжения, пока был такой указ. То есть на данный момент никакой даты нет? Ну, мы отменили свои мероприятия, которые были на март-апрель месяц запланированы. А дальше, если будет все хорошо, мы будем пересматривать заново даты проведения соревнований. Угу. Когда уже определят Всероссийские Федерации с чемпионатом России, первенством России, на какую дату они определят ее, когда региональные даты проведения будет определено, мы уже раскидаем наш план мероприятий, которые отменили, которые перенесли, будем в дальнейшем уже даты их не определять. Угу. Все, спасибо вам большое за визит и интересную беседу. Удачи вам во всех ваших начинаниях. И, конечно же, надеемся, что в самом скором времени все начнет работать в прежнем режиме. Спасибо. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был заместитель министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики Мурат Агиров. На сегодня все. Оставайтесь на нашем канале и следите за событиями в мире спорта. Пока!